Добрый вечер, драгоценные. На самом деле это здорово. И то, о чем молился Иисус, чтобы мы были едины, как и Он един. Да? То есть мы должны быть одним целым. И на самом деле я верю, что сердце Божье, оно радуется, когда мы вместе соединяемся в едином духе. Да? Вы знаете, единство, оно приходит не от того, что у нас одинаковая одежда или мы одинаково маршируем, но единство приходит от того, что у нас единый Отец и Дух Святой, который внутри нас есть и посреди нас. И это единство, которое действительно Господь желает, чтобы мы являли именно по любви между нами, могут узнать, что мы являемся детьми Отца нашего Небесного. Будьте благословенны. И сегодня у нас будет служить Авель Станкевич. Спасибо. Всем добрый вечер. Кто первый раз, кто не первый раз, я знаю только одно, что все не последний раз. На самом деле, вот у меня была такая дилемма перед тем, как вообще прийти и говорить. Потому что, вы знаете, кто знает Иеремию лично? Когда его Бог помазал на пророка, он сказал: «Не пойду». Начал там рассказывать, что он еще молод, что, ну, короче, не понравилось. На самом деле, это все, как сегодняшним языком сказали бы, отмазки. Потому что он прекрасно знает. Ему, кстати, было тогда 13 лет. Плюс-минус, может быть, 14. И он прекрасно знал, что любого пророка, которого Бог посылал на служение еврейскому народу, этот пророк был убит, в конце концов, в очень раннем возрасте. И я не знаю, или я бы согласился бы, если бы ко мне Бог пришел и сказал: ты будешь пророком, то есть тебя убьют, в конце концов. И он начал говорить, что он молод и так далее, но Бог проговорил ему совершенно конкретные вещи. Он сказал: не говори, я молод, потому что прежде чем я познал тебя, я осветил тебя и пророком для народов поставил тебя. Уже неделю, как Господь мне говорит одно пророческое слово. На самом деле, я много встречался с пророками, и все говорили в один голос, что Бог сначала говорит тебе. Согласен, все, что я слышал от Бога на протяжении этой недели, Он говорил ко мне. Но потом у меня было четкое понимание того, что Бог мне говорит, а я получил здесь пророческое слово в этой церкви, что мне Бог под утро будет под запись диктовать, что надо делать. И Он мне проговорил конкретно: ты должен с этим выйти, со словом этим, к церкви. И я пришел к пастору и говорю: послушай, вот есть такое слово, я не знаю, как бы. И сегодня с пастором Натальей разговаривал, говорю: ну, может быть, я хочу посоветоваться, может, я что-то не понимаю, но получил подтверждение, ободрение, и я хочу вам сказать, что мы часто бегаем к пророкам и апостолам для пояснения разных ситуаций в нашей жизни, да, мы ждем для себя какого-то ободрения, прояснения, да. Мы часто любим цитировать: кто принимает пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. Помните, да? Кто принимает праведника во имя праведников, тот получает награду праведника. В Евангелии от Матфея написано. На самом деле праведником считается человек, который верит Богу. Аминь. Как Авраам, которому сказали: встань, иди. Он встал, пошел. Потом ему еще раз сказали: встань, иди. Он опять встал, пошел. Опять сказали: встань, иди. Он встал, пошел. И это вменилось ему в праведность. И как раз когда мы ходим к пророкам, мы хотим, чтобы нам говорили. Кто ходит к пророкам, чтобы пророк рядом с ним сидел и молчал? Нет таких? Все хотят, чтобы Бог, чтобы пророк говорил, да? А чьи слова говорит пророк обычно? Или так, по Писанию, чьи слова должен пророк говорить нам? Божьи. Так вот, я сейчас вам процитировал кое-что из Иеремии, я хочу процитировать еще кое-что. Он сказал: не говори, я молод, Бог говорит Иеремии, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Я уже научен горьким опытом не слушаться Бога. Он каждый раз дает по шапке. Больно. Я сейчас почему такую долгую
прелюдию к этому слову говорю, потому что я хочу, чтобы вы поняли. Я долго искал, как это объяснить. На самом деле, вы знаете, я еще раз убедился, что вот в этой книге, если у кого-то она есть случайно, Библия называется, там есть ответы на все вопросы. И вот иногда пророчество может быть, знаете, какое? Например, такое. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Слышали, наверное, такое пророчество? Ходит человек, лысый, голый, без бровей, и говорит, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Но он, видимо, с таким дерзновением это говорил, что там появилась правильная реакция. Я хочу вам ее зачитать, можете не открывать, это книга пророка Ионы. «И поверили ниневияне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел в пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневе от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Они поверили, они предприняли шаги. И написано, что тогда реакция Бога была на это пророчество следующее. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал он, что наведет на них, и не навел». А Иона очень огорчился. Он говорит, я же знал, что ты такой правильный Бог, и такой добрый, ты обязательный. Зачем ты меня послал сюда? Но он должен был донести это слово. Потому что это слово Божье. И для кого-то сегодня это слово будет тяжелым. Потому что оно было тяжелым и для меня. Кто-то из проповедников сказал, не нужно пытаться переделать человека, сделать его таким же, как вы. Потому что и вы, и Бог знаете, что один такой, как вы, это уже слишком. И вот для меня это было тяжело, потому что мне нужно было встать напротив зеркала и проанализировать вообще, что происходит. Но я хочу, прежде чем я начну говорить, я хочу сказать вам слово ободрения. Кто верит Богу? Не в Бога, а Богу. Все верят? Слава Господу. Так вот, Бог говорит следующее. Это Он говорит вам, тебе. Ибо только я, это Он говорит, не. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем вашим. Аминь. Что-то все замерли. Страшно. Мне тоже страшно. Я знаю, что я должен это сказать, но мне страшно. Но я буду говорить. Итак, давайте я буду обращаться к вам напрямую, так как Господь обратился ко мне. Для чего мы пришли? Куда мы пришли сегодня? Ничего страшного. Куда мы пришли сегодня? Куда ты пришел сегодня? В дом Божий? В дом великого царя? А для чего ты пришел сюда сегодня? Какую цель ты преследовал для того, чтобы приходя сюда? Прославить его? Получить слово? Исцелиться? Направление? Короче говоря, чтобы он говорил к вам. Вы пришли сюда, чтобы он говорил к вам. А чего ты хочешь услышать от него? Вот вы задавали себе вопрос, что мы хотим от Бога услышать? Я, например, никогда не задавал себе вопрос. Я говорил, что Бог на сердце проповеднику положит, то я и услышу. Но на самом деле иногда выходим с проповеди и говорим себе, слушай, что-то вообще не для меня проповедь, наверное. Ничего я не понял. Наверное, это не для меня сегодня говорили. Наверное, для кого-то другого говорили. Да нет.
для тебя говорили. Просто ты хотел услышать одно, а сказали тебе другое. И не совпало у тебя. Поэтому проповедь кажется не для тебя, она как раз для тебя. Давайте просто напомним себе, к кому мы пришли и в чем присутствии мы сейчас сидим. В чем присутствии мы позволяем себе сейчас отвлекаться на мобильные телефоны, позволяем себе думать о каких-то суетных вещах, когда Бог хочет говорить к нам. 94-й псалом. Мы сегодня далеко ходить не будем. Открывайте Библию прямо, без, не переворачивая никуда. 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу восклицанием твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его». Я хочу спросить, ты понимаешь, перед кем ты сейчас здесь стоишь? Кто здесь сейчас присутствует? Отдаешь ли ты себе отчет в том, что должно было произойти, чтобы Он вообще пригласил тебя сюда, тебе что-то говорить? Кто сейчас говорит в Доме Господнем? Кто говорит в твое сердце? Не кто держит микрофон, а кто говорит в твое сердце сейчас? На каком основании мы здесь находимся? Есть ли у нас действительно дерзновение говорить Ему: «Говори к нам, Царь»? И от чего приходит это дерзновение? Если у тебя нет сегодня дерзновения сказать: «Говори к нам, Царь». Помните, Иван Васильевич меняет профессию? «Царя, царя!» там кричали, да? А на каком основании они хотели видеть царя? Почему евреи приходили и говорили: «Хотим царя»? Потому что они хотели, чтобы кто-то говорил. Они говорили Моисею: «Знаешь что, сходи-ка ты на гору, а то что-то страшновато, дым, огонь, гром какой-то. Мы тут подождем. А ты сходи, спроси, что там происходит, и придешь, нам расскажешь». Он сходил, принес, рассказал. А толку? 40 лет, Мозес Турс. Вокруг одной и той же горы. Люди не готовы слушать то, что Бог готов проговорить им еще с самого начала. Поэтому никому в праведность ничего не было вменено, только Аврааму. И один, и два человека унаследовали землю обетованную из тех, кто вышел из дома рабства. Потому что только они были достойны этого. Шестой стих того же 94-го псалма, 6-7. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы ныне послушали гласа Его». Бог приходил очень много раз в присутствии людей и говорил, когда-то через Моисея, когда-то через пророков, когда-то через судей, когда-то через царей. Люди не готовы были это слышать. Те, кто видели великие чудеса и знамения в пустыне, говорили, поднимая руки, кричали: «Наасе венишма!» Будем слушать гласа Его и делать то, что Он повелел. Но стоило было чуть-чуть расслабить, так сказать, гайки, как опять сворачивали на другие пути. Я не хочу призывать тебя сейчас встать на колени перед Богом, потому что перед каким Богом ты сейчас сидишь и думаешь неизвестно о чем. Я говорю сейчас тому, к кому это относится. Можете на меня обижаться, на пророков всегда обижались. Их убивали в конце концов. Я надеюсь, меня сегодня никто не убьет. Но тем не менее, я призываю в сердце своем встать на колени перед Богом. Потому что если мы не понимаем, что перед, о ком речь и перед каким царем мы здесь стоим, то продолжать дальше служение даже смысла не имеет. Потому что Бог здесь. Он сейчас здесь. Это то место, не куда Он обещал прийти, а куда Он хочет прийти. И Он здесь. Он пришел говорить к тебе. Но вы знаете, когда Иезекииль пришел к трону Бога, он пал ниц, он пал на лицо свое, и он просто
он не мог поднять глаза свои от того, что ему было стыдно, что вот он, престол Божий, а он не готов. И каждый из нас думает, я не готов. Я спрашиваю всегда вопрос, а если Бог придет сегодня, ты готов? И многие люди задумываются. Я не говорю, что кто-то не готов, но задумывается, готов, не готов. Иезекииль не был готов. Но Бог сказал ему следующее. Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобой. Бог не хочет, чтобы мы молились Ему, вернее, разговаривали с Ним на коленях. Потому что Он сказал, вы дети мои. Мы усыновленные дети Бога. Он хочет, чтобы мы стояли перед Ним, не боясь, с дерзновением. Но для этого нужно сначала пасть на колени и понять, кто этот Бог. И дерзновение приходит от того, что мы послушаемся Его воле. Дерзновение приходит от того, что мы выполняем завет, который заключил Бог с Моисеем, с Авраамом. И этот завет, он очень простой, состоит из двух заповедей. И к этому завету Бог призвал евреев выйти из Египта. Он сказал, ходи предо мной и будь непорочен. Ходи предо мной и будь непорочен. Я сегодня хочу поговорить о том, как ходить перед Ним и быть непорочным. Потому что когда псалмопевец говорит, после того, как преклонимся и поймем, кто ты, с 8 стиха он говорит слова Божьи. Он говорит, не ожесточите сердце своего, как в Мереве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши. Испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, этот народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и поэтому я поклялся в гневе моем, что не войдут они в покои мои. Кто не хочет здесь войти в покои Божьи? Есть такие, кому здесь хорошо? Все хотят. Тогда почему же мы ожесточаем сердца свои? Почему мы не слушаемся голоса Бога Всевышнего, который создал эту землю, пытаемся упаковать его в свою коробочку логики, науки, понимания? Нет, ну почему же Бог такой-то? Почему же вот Он так сделал? Он же ведь любовь, Он же ведь добрый, Он же ведь любящий Отец. Бог не хочет, чтобы мы ходили не Его путями. Если Он ведет нас своими путями, и мы верим Богу, мы должны ходить чьими путями? Его. Но почему-то иногда стараемся ходить своими. Если ты хочешь войти в Его покой, в Его шаббат, в Его царство, тебе нельзя дальше продолжать ожесточать свое сердце. Ты скажешь мне, слушай, а где же я ожесточаю свое сердце? Я что, где-то там построил золотого тельца? Или где-то я, может быть, роптал на Бога? Да нет, конечно. Мы никогда не строили себе идолов. Мы никогда не роптали. Мы святые. Правда? Только святость и безгрешность – это разные вещи. Святость и безгрешность – это разные вещи. Иисус до момента, когда Его распяли на кресте, был самым безгрешным человеком на планете. Но после того, как в Него вбили третий гвоздь, Он стал самым грешным человеком на планете. Для того, чтобы мы больше не грешили. Но Он оставался при этом святым. Что портит человека? Грех? Нет. Портит человека жестокое сердце. Жестокое сердце означает, что если я знаю, что я делаю грех, я не хочу от него избавляться. Потому что мне так нравится. Мне нравится грешить. Я сегодня погрешу, завтра покаюсь. И это великая ложь сатаны, которая морочила голову людям на протяжении стольких лет. Они говорили, да ничего страшного. Помните, Павел писал, что если я делаю грех, то я говорю, что закон добр. А он добр? Вот такой закон. Согрешил? Теленочка принес? Все. Согрешил? Тем же грехом. Теленочка принес? Все. Так мы под чем сейчас? Под законом или под благодатью? Мы получаем вознаграждение или мы хотим подарок, который не заслужили? Я хочу подарок.
Потому что я не справлюсь с законом. Я не справлюсь с законом. Знаете хотя бы только почему? Потому что я не могу заставить себя лечь в 11 часов вечера и встать в 7 часов утра. Не могу. И борюсь с собой уже на протяжении 45 лет, заправлять утром постель или не заправлять. А вы говорите, закон соблюсти. Нет, я приучил себя ее заправлять. Но делаю это без всякого удовольствия. А Бог хочет, чтобы мы удовольствие получали, ходя его путями. Он хочет радоваться вместе с нами. Не радоваться сам по себе, а вместе с нами. Поэтому мы должны ходить путями Божьими. И вот давайте мы сейчас поразмышляем на эту тему коротко, потому что у нас мало времени, вам еще дальняя дорога в Иерусалим, потом еще всю ночь не спать после этого слова. Завтра еще служение. Я хочу, чтобы мы сейчас, у кого есть зеркала, достали зеркала. Есть у девочек зеркальце здесь? Достаньте просто, поставьте перед собой. У кого нету, погасите экран мобильного телефона. Вот так вот просто смотрите на себя в зеркало. И периодически на меня поглядывайте. Не надо демонстрировать. Вам сейчас стыдно будет. Не переворачивая страницу Библии, сотый псалом. Это на той же странице, на том же развороте внизу справа. Второй стих. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома. Моего». Опа. Неувязочка вышла. Я-то думал, дома можно расслабиться. Ходил святой, домой пришел, крылья снял. Шкафчик положил, чтобы не пропылились. До следующего служения. Нимб тоже открутил там. Где, псалмопевец говорит, мы должны в первую очередь пребывать в непорочности? Где мы должны помышлять о Слове Божьем, о Слове непорочности? Написано, посреди дома своего. В зеркало смотрим. И спрашиваем себя, это про меня? Это не то место, где можно расслабиться. Третий стих. «Не положу перед очами моими вещи непотребные. Дело преступное ненавижу я, не прилепится оно ко мне». Что я вижу? Что ты видишь сейчас перед своими глазами? Не прямо, понятно, что ты видишь себя. А дома? Новости? Фильмы ужасов? Канал ТНТ, СТС, НТВ, Ход Драма, Вива. Я осведомлен, я их заблокировал у себя дома на телевизоре. У меня только два канала работают, христианский на русском и христианский на английском. Мне нужно было просмотреть, что нельзя смотреть. Ничего нельзя смотреть. Картинки и видео сомнительного содержания в Фейсбуке, в этом самом WhatsApp. Видео со всякими скабрезными шуточками, которые тебе присылают, ты так делаешь это. Чтобы никто не услышал. Порнографию по ночам, когда никто не видит. Компьютерные игры смотрим, кровью и монстрами. Смотрим, смотрим в зеркало. Про кого я рассказываю? Могу сказать, про кого я рассказываю? Сначала про себя, первые полгода, как покаялся. Потом, как стал молодежным пастором, про будущее нашей церкви рассказываю. Потом, как начал служить на энкаунтере, про всех остальных рассказываю. Я не просто так это рассказываю. Мне тяжело это рассказывать, я знаю. Может быть, это не место. Но мне Бог сказал это проговорить. Я хочу это проговорить, я не хочу спорить с Богом.
Дальше написано, в том же стихе, «Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Что ты делаешь каждый день? Злословишь своего начальника? Завидуешь кому-то из подчиненных? Почему у него, или из коллег своих? Почему у него так, а у меня по-другому? Почему у него машина новая, у меня старая? А почему эфиопам дают больше денег, чем русским?» Гневаешься и сплетничаешь на ближнего своего. Занимаешься другими непотребствами. Бунтуешь против властей. Я бунтую. Нет, ты же никогда дорогу на красный свет не переходил же. И вот там для кого повесили этот светофор? Для Духа Святого. Он как раз на красный свет не перейдет. Но мы же водимы Духом Святым. Почему он не идет, а мы идем? Еще, знаете, оглядываемся, нету ли рядом полицейского. Четвертый стих. «Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого не буду я знать». Как круто сказать, смотри, у меня в доме неверующие люди, сердце у них развращенное, удалитесь от меня. А если в зеркало посмотреть? Не наше ли сердце развращенное, если мы не идем путями Божьими? Знаете, очень интересное слово «развращенное» используется несколько раз в Новом Завете. Оно вам известно. Греческое слово «сколиус». Кривой. Если у нас сердце вот такое, вам это ничего не напоминает? Встань перед зеркалом, скажи себе это. Что с твоим сердцем? Что с твоим сердцем сегодня? Насколько оно Божье, это сердце сегодня? Круто стоять здесь, поднимать руки и говорить, Господь, измени мое сердце. Измени мое сердце. Измени мое сердце. Измени мое сердце. И так 5 лет, 10 лет, 20 лет. Минуточку. А он разве не изменил его в момент рождения свыше? Может, ты свыше не рожден? Нет, я рожден свыше, на языках молюсь, духом крещен. А зачем ты просишь изменить свое сердце? Значит, оно тебе не нравится? Значит, он тебе его поменял, а ты обратно прежнее засунул? Он тебе его меняет, ты обратно прежнее суешь? Зачем это? Зачем весь этот цирк? Для кого? От кого мы пытаемся скрыться? От Духа Святого? Не получится, потому что он везде. И там, где мы думаем, что темно, он там. И где светло, он тем более там. А еще есть пророки, знаете, в церкви, которые не хотят пророчествовать. Не хотят пророчествовать. Знают, что получат по башке, но не хотят пророчествовать. Потому что приходят к нему, говорят, попророчествуй мне. Он как увидит картинку, он скажет, лучше не знать то, что знаю я. И не хотят пророчествовать. Кто сидит на троне твоего сердца? Задай себе вопрос, кто сидит на троне твоего сердца? Работа? Минус в банке? Сосед? Дети? Может быть, жена или муж? А должен сидеть Иисус. Потому что только Он может все остальное, что ты периодически пытаешься. У вас смена власти, что там происходит. Сегодня у нас банк сидит на троне. Завтра у нас сосед сидит на троне, и получается, как в свадьбе в Мариновке, помните? Белые пришли, а нет, в Чапаеве, белые пришли грабить, красные пришли грабить, и кто бы, вот, кого бы туда ни посадили, вас будут грабить, потому что неправильный человек на троне сидит. Иисус должен сидеть на троне. Какое семя мы сеем туда, в это сердце? Я всегда показываю, помните эту картину, уже все ее наизусть знают? Сеем семя, и оно прорастает в дерево. Корни какие? Хорошие? Дерево будет доброе. Если корни, как у смоковницы или у маслины, да хоть вырубите вы это дерево, под корень сожгите, прорастет. А если, как у ливанского кедра, в Танахе называется это дерево эрез, вот такое дерево, классное, шикарное, целый храм из него построили, римляне вырубили под свой флот. А ветер подул, и нет его. Корни неглубокие. Так какое дерево туда посадили?
Какой дух там преобладает? Здесь написано в 4 стихе. Злого не буду я знать. Да, злого не буду знать. У меня сосед, ох, какой злой. Я его не буду. Да это не про него. Это про дух, который ты пустил туда. Мы знаем, что слово «злой» в синодальном переводе переводится на иврит как «ра», то есть «плохой». Что значит «плохой»? Это значит «не Божий». Потому что Бог все, что делал, Он говорил каждый раз. Как сделал что-нибудь, говорил «китов», «тов». А некоторые вещи говорил «тов меод». То есть «весьма хорошо». И дерево, которое он сказал не трогать, это дерево познания, что такое хорошо, что такое плохо. И выбор перед нами стоит каждый день. Воля Божья в нашей жизни или самостоятельное познание того, что хорошо, что плохо. Каждый день. Ну, нам дали вот эту книжку и сказали, слушайте, один уже попробовал. Ну, не один, одна. Я всегда говорил, да? Соблазнилась Ева о грехопадении Адама. Интересно, правда? Но сейчас братьям говорю, вы за все отвечаете по-любому. Потому что жена от мужа. Жена от мужа. И дух какой? Если он злой, то кто пустил его туда? Неужели он вошел вместе с крещением свыше? Тогда читаем Библию, там написано все откровения. Добрые. Откуда? А злые? От князя мира сего. Получается, кто пустил туда его? Мы же сами пустили. Говорю, ну что мне делать? Ну да, есть у меня злой дух. Как мне выйти из положения? Там приходим в суда и говорим, Господь, измени мое сердце. Господь, измени мое сердце. И он приходит и меняет. Приходят сюда люди, говорит проповедник, приходит какой-нибудь суперпророк, вещает, и мы чувствуем, касается, и слезы, и на колени хочет, и молимся на языках тут 2 часа, пока из церкви не выгонят. Возвращаемся в суету. И опять, 7 злейших. До следующей недели. Все становится плохо опять. Господь, измени мое сердце. Написано, злого вообще не буду знать. А вы знаете, в ком из всех, о ком я сейчас говорю, заложена власть пустить или не пустить духа злого? Тебе. Тебе. Потому что Бог сказал еще Каину, грех лежит у порога. Но ты господствуй над ним. А что такое грех? Грех – это последствия действия неправильного духа. Если мы можем господствовать над тем, что порождено духом, мы можем господствовать и над духом. Тем более, что тот, кто в нас сильнее того, кто в мире, и тот, кто в нас способен запретить дьяволу, потому что как этим не пользоваться-то? Значит, пустили сами духа. Написано, что злого не буду я знать. 5 стих. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Сюда смотрим. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Нет, ну там в зеркале стоит ангел Господень. Это же не. Но я всегда, когда мне Господь проговорил, не я ли это? Не я, не обо мне ли это речь идет? И говорю, да, обо мне. Когда я посмотрел в зеркало, я говорю, слушай, да вот же. Вот он. Вы спросите, ну как же, что же я клевещу на ближнего своего? Ты, может быть, и не клевещешь, но участие в клевете принимаешь? Нет, я никогда слухов не слушаю. Не слушаешь? Нет, может, и не слушаешь. Классно, не надо, но не прерываешь. Позволяешь им продвигаться дальше. Это участие в бесплодных делах тьмы. И таких примеров можно привести много. Это как я говорил, слушай, я безгрешен, я никогда ни у кого ничего не крал. Ну, Windows, правда, не лицензионный на компьютер. А так, я же нормальный. И таких примеров куча. Дух наушника и клеветника – это есть дух сатаны. Потому что первый, кто совершил грех, был не Адам. Первый грех был в аду, в раю. Из-за этого был создан, ну так говорят, был создан ад, хотя он был и до этого, конечно. Первый, кто совершил грех, он сказал, ребята, я тут одну вещь понял. Оказывается,
царь-то не настоящий. И есть те, кто поверили. И с ним вместе были сброшены. Они бессмертные духи, да. Но первый грех был в раю совершен, там, в присутствии Божьем. Началось все с клеветы, а закончилось все бунтом. Откуда клевета? От гордыни. Поэтому здесь написано, что тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Продолжает смотреть на себя в зеркало. Шестой стих. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Это не о рабах речь. Речь не о рабах. На кого ты смотришь и на кого ты ориентируешься? На кого ты смотришь? Знаете, я с подростками, я молодежный пастор, я сейчас с подростками общаюсь, у них железная отговорка на все, что они делают. Ну так же все делают. Мне обидно становится, когда взрослые то же самое говорят. Ну так же все делают. Нормально? Взрослый человек так отвечает. На кого ты ориентируешься? Кем оправдываешь свое поведение и образ мысли, и образ действий? Кем? Всеми? Почему они вытворяют все это, как вы думаете? Потому что они праведные или они непорочные, или почему? Наверное, совсем не поэтому. А потому что они под властью греха находятся. Да, им нужно спасение, но если я хочу их спасти, не надо трактовать слова Павла: для одних стал тем, для других этим. Так давайте для наркоманов станем наркоманами, для алкоголиков – алкоголиками, для бандитов – бандитами. Да совсем не о том. Когда Павел говорит, нужно стать таким, это не нужно становиться таким же в образе мысли или действий. Стать таким – это значит понять, что ими движет. Понять, что ими движет. А не говорить, ну так все делают, и я делаю, а как они меня по-другому не примут? Примут. Я вам хочу даже привести пример. Иисус явился сюда в образе человека. Чем он отличался от всех остальных? Когда Иоанн его со всеми познакомил, или всех с ним познакомил. Чем он отличался? Да ничем. Никто, пока Иоанн не назвал, кому, своим ученикам, кто это пришел, так и не понял, кто это пришел. Он через толпу прошел. У него не было здесь печати, вывеска, там, полицейское сопровождение, там, знаете, принять право остановиться. Мессия идет. И удостоверения Мессии не было в кармане у него. Не было. И в паспорте даже не было написано «Иисус, Сын Божий». Его даже люди знали, как Иисуса, сына плотника, Иосифа. Но как они узнали, что он Бог? Да, им сказали. Да, куча народу слышала глас с неба. Но как они, там написано, они ходили и уверовали. Как? Потому что он никогда не забывал о своей святости. Он позволял им быть в своем присутствии, как грешникам. Они все оставались грешниками, пока не приняли крещение Духом Святым, когда вот так Бог их поменял. Они все оставались грешниками. Но он никогда не забывал о своей святости. И мы не можем забывать о своей святости. Писание говорит, блажен муж, то есть что значит блажен? Тот, кто под благодатью находится, да? Блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит. Куда не ходит? По советам нечестивых, где не стоит? На путях грешных, и где не сидит? В собрании развратителей. Ну, посмотрите на свое окружение. Позволяете ли вы себе ходить путями грешными, ходить по совету нечестивых и сидеть в собрании развратителей? Чьи советы и чьи речи мы берем как руководство к действию? Иногда мирские. Я иногда слушаю, телевизору сказали вот так и вот так, минуточку. А пастор говорит вот так. Не, ну по телевизору же это авторитетнее. Там же профессор сказал. Или какой-нибудь там академик. А то, что пастор говорит, это не важно. Писание четко нам говорит о том, что только верные люди должны быть теми, на кого наши глаза, написано, глаза мои на верных земли. Не на всех остальных. Найдите себе того, кто верен Богу, кто идет его путями, и смотрите на него. Только верные земли могут служить нам. Только верные.
Я не могу позволить служить мне, человеку, который может меня совратить с пути Божьего. Потому что вы знаете, что хуже всего для нашей плотской природы? Это один раз пойти на компромисс с грехом. А когда мы общаемся с неверными земли, мы идем на компромисс с грехом. И мы уже не под благодатью. Мы переходим под подзаконных. А чтобы быть под законом, нужно жить в страхе. И у людей есть три выбора. Избрать страх или страх Божий. Разницу все понимают, я надеюсь. Да? Избрать пути Божьи или познание добра и зла самостоятельно. Избрать любовь или отсутствие любви. В свое время фарисеи избрали страх, познание добра и зла и отсутствие любви. А мессианские евреи, которых потом изгнали из всех синагог, избрали страх Божий, волю Божью и любовь. И это две вещи, которые не совмещаются. И эти две вещи, которые мешали им объединиться в одно. И сегодня мы говорим, почему фарисеи нас не понимают? Потому что они под страхом, а мы под страхом Божьим. Потому что они познают добро и зло, а мы по воле Божьей стараемся жить. Мы в любви, а они в ненависти. Что такое непорочность? Это страстное желание жить в избавлении от греха. Скажите мне, пожалуйста, если бы можно было родиться свыше и раз вот так вот и избавиться от всего греха, нужен ли бы нам вообще был Ветхий Завет, кроме, ну, скажем, четырех Евангелий, Деяний апостолов? Новый Завет, простите. Нужен ли он? О чем говорят все послания апостолов? О том, как жить путями Божьими. Значит, нам все-таки надо бороться с грехом? Или он сам по себе исчезает? У кого сам по себе весь грех исчез? Вот так раз утром проснулся, и нет греха. Опа. И все. И светиться начали, как Иисус на горе Преображения. И пришли двое соседей и сказали, давайте кущи построим. Хорошо нам тут быть. Было у кого-нибудь такое? Иисус, еще раз повторяю, он жил с грешниками. Он пил с грешниками, он общался с грешниками, он возлагал руки на грешников. Но он не стал при этом грешным, потому что он не забывал о своей святости. Он был Бог, и он показывал, как человек, он пришел как Бог и показывал, как человек может ходить путями Божьими. Искушение, которое он перенес в пустыне, ничем не отличается от искушений евреев в пустыне. Только евреям это было проговорено их ропотом, а Иисусу человеку лично сатаной. Поклонись, преврати, спрыгни. Но он избрал идти путями Божьими. Святость Иисуса заставляла людей меняться. А теперь я хочу вас спросить. Иисус это Бог для вас или не Бог? Что, серьезно? А как насчет того, как через Еремию он сказал, есть ли место, в котором не видят очи мои? Если он Бог, значит, он видит всегда, значит, он видит везде. Более того, если мы видим только физический уровень, он еще видит сердце. И как мы можем допускать пороки, помышления греховные в свою жизнь, если мы знаем, что Он следит за нашей непорочностью, пока мы непорочны, мы по Его путям ходим. Он послал Духа Своего, который говорит нам, послушай, ты сошел вправо или сошел влево. И мы такие, есть, вернулись обратно на путь истины, правда? Неправда. И спасибо за честность тому, кто сказал нет. Потому что это неправда. Потому что если бы это была правда, то Павел бы не писал, что хочу, не делаю, а чего не хочу, делаю. Потому что мы вот это вот, то, что сгниет в конце нашей жизни, и дух, которого нам дал нам Бог, они борются всю нашу жизнь. За что? За нас? Нет, за нашу душу. Потому что дух хочет сопроводить душу к Богу, вернуть обратно. А плоть хочет вернуть душу в ад. И вот они сражаются все время. Но кто сильнее души?
дух. Кто сильнее плоти? Дух. Поэтому написано, духа не угашайте. А как не угашать духа? Что еще раз? Да, классно, лозунг классный, мне нравится. Я люблю, когда верующие цитируют псалмы, я сам цитирую псалмы. Как пребывать в духе? Как не угашать духа? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, конечно, шашлыки готовил? А? Готовили? Для того, чтобы угли давали жар, что нужно с ними делать? А? Раздувать и переворачивать. Но мы как-то вот крестились, было дело, сели на стул и говорим, давай-ка это, мы будем сейчас в духе укрепляться. Огородились со всех сторон, тут Библию поставили, тут библейскую школу, там курсы по крещению, здесь курсы по еще чему-нибудь. И ветер это все не пропускает, дух не может двигаться внутри нас. Если мы не позволяем духу двигаться среди нас, через нас, не развиваем свои духовные дары, с нами будет как с тем, кому Господин дал талант и сказал, на, это тебе по возможностям. Больше все равно не сможешь ничего сделать, но вот на один талант. А он говорил, а я на всякий случай закопал. Конец его известен. Движение в дарах духа. Должно быть движение в дарах духа. Если нет духовного наставника у тебя, позаботься о том, чтобы он у тебя был. Без духовного наставника ты никуда не продвинешься. У вас должен быть духовный наставник, к которому вы придете и скажете, слушай, я думаю, что вот это вот так. Он скажет, да, это так. А потом придете и скажете, слушай, мне кажется, что это вот так. Он скажет, нет, это не так. Но это должен быть человек, которому я доверяю. Это должен быть человек, которому я прихожу и говорю, послушай, у меня проблема, я хочу тебе ее рассказать. У меня на душе, что называется в миру, кошки скребутся, хочу тебе этих кошек отдать, чтобы у меня не скреблись. И такой человек должен быть. Если у тебя такого человека нет, у тебя проблема. У тебя проблема, потому что мы иногда не слышим Духа Святого, потому что мы хотим его, мы приходим в Дом Божий услышать Духа Святого, но мы таких косяков наделали, что Бог не хочет с нами говорить. Не хочет говорить. Он говорит, я много раз говорил через пророков, я много говорил через пастора, много говорил через братьев и сестер, через слово, ты не слышишь. Что пришел? И мы удивляемся, как это Бог со мной не разговаривает? А прочитай 100-й псалом, удали от себя все это, и он будет разговаривать. 7 стих. «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется перед глазами моими». Я не буду долго углубляться в это дело, я просто напомню в одно место в Новом Завете, где написано, что если мы во свете и говорим, что мы не грешим, то мы лжем. Если мы лжем, Бог не будет с нами разговаривать. Не будет, потому что ложь есть не грех, а образ жизни. Если мы лжем, Бог скажет, пойди, очистись, омойся, приди, рассудим, потом поговорим. Так написано в Исаии. И если будет все остальное у тебя, как багряное, как снег убелю, если будет красное, как волну убелю, а пока не придешь, не рассудишь, не омоешься, не очистишься, не приходи. Не буду с тобой разговаривать. Достаточно было тебе слова пастора, достаточно было тебе прочитанного в Библии. Чего ты еще хочешь? Я что-то новое сказал? Не скажу, потому что я вчера, говорит Бог, сегодня и всегда один и тот же. И нет тени перемены. И требования всегда одни и те же. Мы сходим, смотрим, какова воля Божья в моей жизни? Библию открой. Там вся воля Божья в твоей жизни изложена. Ходи передо мной и будь непорочен. Все. Что тебе еще надо? Чтобы он тебе проговорил, на какой машине ты будешь приезжать перед ним непорочно? Или в каком доме ты будешь ходить и думать о непорочных путях своих? Последний стих. Нет, перед последним стихом. Не перелистывайте. Я вам прочитаю. 14 псалом с 1 по 2 стих. Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину сердцем своим. Проверь пути свои. Достоин ли ты пребывать
в жилище Бога на Святой горе Его. Через пастора Наталью очень часто было проговорено у нас, что мы подступили к Святой горе. Неоднократно. Вы знаете, и евреи подступили к Святой горе. Но взойти на нее побоялись. Думаете, потому что они грома и молнии испугались? Нет. Они понимали, кто там стоит. И их совесть обличала. Они не могли позволить себе совсем, что они там нароптали и напостроили себе из своих же серег, которые они первый раз сняли, чтобы золотого тельца сделать, а потом уже в скинию собрания отнесли все, что осталось. Представляете, сколько вынесли из Египта? Есть, есть. Так вот, если мы хотим войти в жилище Бога на святую гору, к которой мы подступили, а мы подступили, Бог это проговорил неоднократно, мы должны соблюдать правила. Мы должны ходить непорочно, делать правду и не говорить истину в сердце своем. Всегда ли мы это делаем? Не всегда. Духи злобы поднебесной, которыми нам внесены эти злые духи в наше сердце, это есть объект нашей войны. И вы знаете, я вам могу сказать, что это просто. Подойти и сказать: дух, кого там, лжеца, я не хочу с тобой не иметь ничего общего, я повелеваю тебе именем Иисуса Христа, пришедшего во плоти, чтобы спасти меня, выйти вон. И вы знаете, у него нет другого выхода, он встанет и выйдет. Для кого-то это откровение? А так работает духовный мир. Он встанет и выйдет. Но если мы будем продолжать по привычке говорить неправду себе, другим, он придет и дружков своих приведет. И будет второе хуже первого. Так вот, последний стих. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев, это сотый псалом, всех нечестивцев земли, дабы искоренить их из града Господня, всех делающих беззаконие. Не надо ходить с мечом и рубить уши слугам фарисеев. Не надо. Это не об этом. Это о том, что в нашем городе есть нечестивые, нечестивые земли. И их надо искоренять. Я вам могу сказать, что если мы не возненавидим этих нечестивых, которые поселились в нашем сердце, в нашей плоти, лезут нам в душу, пытаются угасить наш дух, если мы их не возненавидим и не поймем, что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире, мы каждый день будем жить все хуже и хуже и хуже. Хуже, потом уже и радоваться не захочется, а потом и в церковь приходить не захочется, а потом и Библию открывать не захочется, и мы войдем в отступничество. Есть ободрение. Бог сказал, что все, что я начал делать, я закончу, Филиппийцам 1 глава. Но есть те, кто потеряет спасение. Берегитесь этого. И вот здесь правильные слова написаны, что с раннего утра будем изгонять. Запишите себе теперь, можете отложить телефоны и зеркала. 21 числа этого месяца, то есть через несколько дней, с раннего утра, здесь, на этом месте, мы займемся тем, что будем искоренять нечестивых этой земли. Из каждого города, который пошлет сюда своих послов в виде вас. И мы сделаем все возможное, все зависящее от вас, чтобы Слово Божье звучало отсюда, в ваши сердца. И я вам могу сказать еще одно. Писание говорит, что Бог избавит нас от всякой неправды при одном условии. Если мы признаемся в грехах своих, тогда Он очистит нас от всякой неправды. Я знаю, что у каждого есть пару скелетов в шкафу и заметенная под коврик пыль. Я сам такой был. Я когда покаялся, а до этого я занимался разными духовными практиками по ту сторону духовного мира, я знал совершенно четко, что верующий не может иметь в себе злого духа. Но я же не знал, что верующие разные бывают. Бывают более-менее верующие, бывают вроде даже верующие, бывают типа того верующие, бывают в церковь приходящие. Разные бывают. В истинно верующего, который не ходит, не стоит, не сидит, да, злого духа быть не может. А во всех остальных может.
Вопрос, хотите ли вы называть себя истинным верующим и сказать, я хочу ходить путями Божьими перед Ним и быть непорочным, тогда 21 числа, здесь с раннего утра, 3 дня будет исцелять тебя Господь, и на третий день исцелит. 2 дня и на третий день исцелит. Исцелит. Но должно быть желание наше и уверенность в том, что я господствую над грехом. Я над своим грехом, Господь, не Он надо мной. Я не хочу их таскать с собой дальше. Придите к священнику здесь и исповедуйте свои грехи. В этом нет ничего стыдного. Вы знаете, Дерек Принц сказал одну гениальную фразу один раз. Не стыдно изгонять и избавляться от бесов, стыдно с ними дружить. А что значит дружить с бесами? Это непонятно, что это не то, что я сижу и дружу с бесами. О, у меня лучший друг там без порнографии, например. Или у меня лучший друг, это без страха. Бесстрашный такой у меня лучший друг. Дружу с бесами, это называется покрываю их присутствие в себе. И если я хочу избавиться, если я хочу ходить непорочными, войти в Дом Божий и пребывать на Святой Горе Его, а не возле нее, и ждать, когда кто-нибудь спустится и расскажет, что там было. Я должен открыться, избавиться, освободиться. Мы говорим, что истина сделает вас свободными. Правильно? Так написано? Истина сделает вас свободными? Да? Нет. 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 Написано, пребывайте в Слове Моем, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Большинство людей сегодня говорит, я знаю Иисуса, Он сделал меня свободным. В Слове пребываешь? А эпидемия сегодняшней церкви в том, что люди не умеют читать Слово. Они открывают Библию утром, читают очередную главу притч, закрывают Библию утром. Самое бессмысленное занятие, которое только встречал. Пребывать в Слове Божьем – это открыть Слово, прочитать вот такой отрывок, записать, что Бог хотел мне сказать для этого, и понять, что Он хочет, чтобы я сегодня изменил в своей жизни. Сегодня, не вообще, сегодня. Вот это пребывать в Слове Божьем. Это и называется Тора, то есть путь жизни верующего человека. И еще раз призываю вас, если вы еще в сомнении, дружите ли вы с бесами, 21 числа здесь, 2 дня, и на третий день исцелит. А записаться нужно у пастора Натальи, да, потому что мест может не хватить. Я не знаю, с каким сердцем вы уйдете сегодня отсюда, но после 3 дней энкаунтера здесь вы уйдете с сердцем обновленным. Это я знаю точно. Да, сегодня я кому-то тут наговорил. Кто-то на меня, может быть, даже обидится. Не бойтесь, я, если вы мне уже там яду подсыпите сейчас в стакан с кофе, я стою на слове, что если что, смертоносное выпьет, не повредит. Но я должен был это сказать. И я хочу вам сказать еще раз слова ободрения. Бог говорит, я это сказал, потому что я знаю намерения свои о вас во благо, а не во зло, чтобы вы имели будущность и надежду. Я хочу, чтобы вы имели будущность и надежду в истинном христианстве, в практическом христианстве, а не в чтении лозунгов, пении песен, а потом в ведении мирской жизни от собрания до собрания. Аминь. Давайте встанем на наши здоровые ноги, дарованные нам Господом. Помолимся. Все, что нужно там, Леша, приготовить, уже можно приготовить. Аллилуйя. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь Слово Свое в наши сердца, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это, несмотря на то, что Слово Твое может кого-то сейчас сильно задеть. Но мы знаем, что если оно задевает, оно для пробуждения сердца нашего, Господь. Мы знаем, что любое Слово Твое, оно живо и действенно по сей день. Господь, мы знаем, что Ты это делаешь, как любящий Отец, который желает, чтобы мы, Господь, ходили Твоими путями, были непорочными в глазах Твоих. Господь, к этому завету Ты призвал Авраама, к этому завету Ты призвал евреев из выхода, для выхода из египетского рабства. И к этому завету, Господь, Ты призывал нас через Сына Своего Иисуса Христа.
Господь, я прошу Тебя прямо сейчас, коснись сердец каждого находящегося здесь, на этом месте. Ты привел их сюда не случайно, Господь. Ты привел их сюда для того, чтобы явить славу свою в их жизни, Господь. Я молю за каждого сейчас. Я молю за семьи этих людей. Господь, я прошу Тебя, дай нам покаяние в сердца наши, в нашем ожесточении. Дай нам покаяние в том, что не слушали голоса Твоего, раздражали Тебя, Господь. Дай нам покаяние в том, что мы ходили и не были такими непорочными, какими должны были быть. Мы не хотим погибать от неведения. Спасибо Тебе, Господь, что Ты сообщаешь нам, как Ты хочешь видеть нас в Своем Царстве. Господь, я прошу Тебя, явись сейчас всей славой и силой Своей. Господь, растопи сердца. Поменяй эти сердца с каменных на плотяные, Господь. Если кто-то ожесточил свое сердце, только Ты способен снести эти твердыни сейчас, Господь. Я провозглашаю это. Я говорю сейчас в царство сатаны, властью, данной мне Иисусом Христом. Я говорю Тебе, дьявол, я напоминаю Тебе Твое будущее. Оно в озере, горящем огнем и серой. Наш Бог, Бог жизни и праведности, и Ты не имеешь права больше приходить в наши жизни и диктовать свои условия. Ты поражен. 2000 лет назад крест Иисуса Христа поставил жирную точку в Твоей автобиографии, которую Ты сам себе написал от создания мира. Она была не по Божьим законам, и Ты не будешь там никогда. И нас туда не зови. Прочь во имя Иисуса. Я запрещаю. Я связываю любой дух бунта сейчас. Я связываю любой дух противления сейчас. Я связываю любой дух религии сейчас, находящийся здесь. Связываю и запрещаю этому духу действовать в этих людях во имя Иисуса Христа, из Назарета, явившегося во плоти, чтобы спасти каждого из здесь присутствующих и их семьи, верующих в Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю жизнь и свободу в каждое тело здесь, покаяние в грехах и достойное принятие трапезы Господней. Господь, явись нам сюда. Сейчас, Господь. Мы имеем такое дерзновение, потому что мы хотим ходить непорочными в глазах Твоих. И с этим дерзновением просим, будь здесь сейчас, Господь. Накрой стол свой, Господь, и пригласи нас к жертвеннику своему. Вкусить трапезу Твою, Господь, достойно. Достойно, Господь, потому что мы хотим жить Твоими путями. Мы хотим, Господь, провозглашать славу Твою, Господь, на этой земле. И я призываю сейчас тех, кто получил обличение в грехах своих. Не искушайте Бога. Покайтесь перед священниками сейчас, перед трапезой. Покайтесь, потому что, принимая эту трапезу недостойно, приходя к жертвеннику и принимая пищу от жертвенника Божьего недостойно, вы вводите себя в осуждение в глазах Божьих. Не нужно долгих молитв покаяния. Самая короткая молитва покаяния была у Давида. Он сказал: согрешил я перед Господом. И Бог увидел его сердце и простил ему грех его. Больше не нужно жертв. Жертва уже была одна. И сегодня мы принимаем эту жертву здесь, как жертву милостивления, которая была принесена ради умиротворения между нами и Богом. Это жертва крови Иисуса Христа, которая была пролита за то, чтобы каждый из нас был свободен. И это жертва тела Иисуса Христа, которое было за нас ломимо, и ранами Его мы исцелились. Я призываю сейчас людей, которые хотят покаяться в своих грехах, покайтесь в сердце своем для начала, перед тем, как заявить провозглашение в царство страны о своей свободе. Исповедуйте этот грех перед священником, и Бог, будучи верен и праведен, очистит вас от всякой неправды, и вы сможете с дерзновением приступить к жертвеннику, чтобы принять трапезу от стола Господнего. Я провозглашаю во имя Иисуса Христа благословение Аарона, прежде чем мы будем принимать трапезу Господню. Еварехеха Адонай ваишмереха. Иса Адонай панав элеха. Яэр Адонай панав элеха ваихунеха. Ваясем леха шалом. Бешем Иешуа Машех. Мелех Амлахим. Адон Адоним. Амен. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, מוציא לחם מן הארץ. אמן. Сейчас я попрошу
нашу службу порядка организовать всех присутствующих здесь. Вы можете подходить с этой стороны. И пастор Наталья и пастор Игорь предложат вам принять участие в трапезе Господней от стола и жертвенника Господнего. Будьте благословенны. Шаббат шалом. Авель, спасибо. Давайте еще минуточку. Я просто пока вот слово шло. И Господь мне напомнил, на этой неделе тоже Господь многие вещи показывал. И давайте просто еще минуточку буквально, потому что, знаете, трапеза Господня – это очень важное, на самом деле, действие. Это духовное действие. И Господь мне показал и еще одну вещь, потому что я как пастор, я должен, чтобы каждый из вас достойно принял эту трапезу. Я хочу сказать пару слов. И, знаете, притчи, 14 глава, 21 стих. Притчи 14, 21. Написано: «Кто презирает ближнего своего, тот грешит». Кто презирает ближнего своего, тот грешит. Что значит презирать ближнего? Что значит вообще презирать? Презирать – это, знаете, или презреть кого-то, или чем-то пренебрегать, или считать ничтожным, подлым, недостойным внимания, ниже всякого уважения. На самом деле, когда мы презираем ближнего своего, слово говорит однозначно – мы грешим. Если в нашем сердце было какое-то пренебрежение, презрение, что значит пренебрегать? Пренебрегать – это презирать, это брезговать, это гнушаться или игнорировать, или попирать, не обращать внимания, оставлять без внимания, закрывать глаза на что, смотреть сквозь пальцы, пропускать мимо ушей, отложить попечение, относиться неуважительно или чувствовать отвращение или омерзение. Если в нашем сердце вот такие вещи происходили, если ты презирал, если ты брезговал, если гнушался или игнорировал, если попирал, не обращал кого-то внимания или оставлял без внимания, закрывал глаза, смотрел сквозь пальцы или пропускал мимо ушей, если относился неуважительно или чувствовал отвращение, или чувствовал какое-либо омерзение кому-либо, ближнему своему, то это время на самом деле покаяться, и прежде чем мы совершим эту трапезу. Писание учит нас о том, что мы должны заботиться и почитать ближних своих. И в первую очередь заботиться о своих по вере. И если в нашем сердце есть презрение, если есть пренебрежение, то Слово Божье говорит однозначно, мы грешим. И поэтому я бы хотел призвать сейчас просто в молитве попросить прощения перед Господом, если это есть в вашем сердце. Давайте просто закроем глаза и помолимся вместе с вами. Отец Небесный, прямо сейчас, Господь, я каюсь в том, что я презирал, в том, что я пренебрегал, брезговал ближним своим, что я гнушался или игнорировал. Господь, я каюсь в том, что я не обращал внимания или оставлял без внимания ближних своих. Я каюсь в том, что я закрывал глаза и смотрел сквозь пальцы. Прости, Господь, что я пропускал мимо ушей и отлагал какое-либо попечение о своем ближнем. Господь, прости меня за то, что я относился неуважительно к ближним своим, за то, что я чувствовал отвращение или омерзение. И я прямо сейчас каюсь, Господь, пред Тобою. И, Господь, пусть Твоя кровь, она омоет и очистит меня от этого греха. Господь, помоги мне заботиться о ближних своих. Помоги мне почитать ближнего своего больше, чем самого себя. И я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за Слово Твое, которое отводит нас от всякого греха. И да будет имя Твое, Господь, оно прославлено во имя Иисуса. Аминь. Аминь.